Вообще красота. 13 октября 2019, Харьков. Обмен жилья. Белград на Харьков. Я так понимаю, предлагают в Харькове именно это жилье. Матери Божья, ты посмотри. Лучше, конечно, не смотреть. Это у нас улица Криворучка, что ли? Криво. В общем, что-то криво. Ну, в общем, можно было и не говорить. Вот это сюрприз. Будинок Основьянського земельного училища імені Квітки Основ'яненка, побудований у 1876 роках до сторіччя письменника Квітки Основ'яненка, автор проєкту «Мама моя родна». Після ремонтно-реставраційних робот у будинку планируется размещение классов ДШМ. ДШМ — это дитяча школа мистецтв, наверное, школа искусств, музей культурно-громадского діяча. А когда же у нас будет ремонт, котяра, не скажешь? Вот это я постебался на здание, а это оказывается... Открытая дверь. Приглашение зайти. Да. Здесь был Вася, там был я. Ремонт займет какое-то время, я так подозреваю.